конкурсе на присуждение гранта главы ТУВЭ могут принять участие выпускники 2022 года, которые готовы переехать и начать первые шаги трудовой деятельности и карьеры в сельской местности. По условиям трудовой договор заключается на 3 года. Здесь внесены некоторые изменения. Ранее это были 5 лет. Ежегодно грант выделяется 10 выпускникам по областям образования: инженерное дело, сельское хозяйство и педагогическое образование. Педагогическое образование именно учителям математики, физики и информатики. Так как вот эти направления в республике являются дефицитом кадров. Как сообщает в региональном министерстве образования, всего победителей будет 10. Размер гранта – 250 тысяч рублей. Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – это у нас сбор документов. Потом комиссия рассматривает и оценивает материалы и документы, представленные выпускниками. И на втором этапе вот уже составляется список при получении гранта или же об отказе, о неполучении гранта. Для участия в конкурсе необходимо до 31 января предоставить пакет документов. По всем интересующим вопросам можно звонить по номеру телефона 611 45. Айра Асад, Буямугуш, Азамат Отчур, телеканал Тува 24.